мы получили все прекрасный автомобиль. Хотим сказать огромное спасибо автоколонии 1967 города Красноярска за предоставленную, за чудо-тачку. По-другому я не назову просто. Техника и проблема у нас. Этот автомобиль, ну, решит много вопросов. Хочу поблагодарить отличного состава роты, город, администрацию города Зеленогорска и автотранспортное предприятие города Зеленогорска за предоставленное нам транспортное средство, которое будет оказывать нам помощь в выполнении поставленных для нас задач. Победа будет за нами. Спасибо всем. Мы передали оборудование, это квадрокоптеры и антидроновые ружья, очки ночного видения, эти тепловизоры. Это все то, что куплено на средства фонда «Все для победы», средства, которые перечисляют жители нашего Красноярского края.